О коронавирусе сейчас говорят очень много, и много всякой нелепой и совершенно бредовой информации. Только что посмотрел индийские новости, почитал несколько юридических авторов в интернете, и там знают, как лечить коронавирус. Но на самом деле все далеко не так. Почему сейчас о коронавирусе очень много говорят? Потому что пока что нету вакцины. Я уже говорил в своем предыдущем видео, и поэтому его очень боятся. Ну, конечно же, руководство, правительства многих стран закрывают города для того, чтобы избежать распространения инфекции. Это тоже понятно. Поэтому нам нужно просто нужно быть бдительным. У меня у самого трое детей, и я, конечно же, заинтересован, чтобы они тоже не заболели, не дай бог, вирусами. Хотя по статистике, которую я за полтора часа последний изучил, по всему миру детей очень маленькое количество заболевших. Вот, в основном заболевают взрослые. Это еще говорит о разных видах иммунитета. У детей иммунитет и у взрослых иммунитет. Поэтому, конечно же, нужно поддерживать иммунитет и своих детей в том числе. Объяснять им, что нужно там мыть руки, не сувать руками в рот сразу же после того, как до чего-либо дотрагивались. У детей это просто более такой неконтролируемый процесс, чем у взрослых. Вот. Очень важно не посещать большого количества скоплений людей, то есть общественных мест, стараться избегать их или, по крайней мере, носить маски. Ну и, конечно же, для ребенка очень важно поддерживать, в принципе, иммунитет для того, чтобы он не заболел, особенно так как сейчас сезон пневмонии. Иммунитет можно поддерживать различными методами в аюрведе, там, начиная от имбирного чая, кончая чеснока, каких-то простых вещей. Это я говорю про профилактику. Я, конечно же, не вирусолог ни в коем случае, я просто врач аюрведы, именно для профилактики, чтобы не подхватить все вирусы подряд. Еще в аюрведе есть очень хорошее средство, это свастья вардак чурна. Это порошок своему ребенку, которому 5 лет, я даю по 0,3 чайной ложки 3 раза в день после еды с медиком, прям порошочек с медиком смешиваете, то есть порошок, сделанный из трав. А ребенку, которому 7 лет, я даю по 0,5 чайной ложки 3 раза в день также с медиком. Ребенку, который постарше, старше уже 10 лет, я даю прям по чайной ложке 3 раза в день, также с медиком, запивается водой, лучше всего после еды. Но этот порошок, он в принципе хорошо улучшает иммунитет, поддерживает иммунитет, особенно верхних дыхательных путей. Что еще? Вот у одного из детей было там горлышко болело, он пожевал гвоздику, вроде бы прошло. Чай с кардамоном не забывайте. Не забывайте немножко заниматься спортом, берите с собой детей, высыпайтесь, чтобы поддерживать иммунитет. Ну и главное, когда в общественных местах до чего-либо дотрагивайтесь, мойте руки и смотрите, чтобы ваши дети тоже мыли руки. Будьте здоровы и будьте счастливы.